Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 1060. Решите графически систему линейных уравнений. Итак, пример А. Х минус y равняется 1, х плюс 3y равняется 9. Для того, чтобы систему решить графически, необходимо нарисовать график каждого уравнения. И точка пересечения – это будет решение системы наших уравнений. Итак, выделим красным x минус y равняется 1 график этого уравнения. И зеленым цветом x плюс 3y равняется 9 график этого уравнения. Поскольку графиком является прямая, то двух точек достаточно для того, чтобы построить эту прямую. Произвольным образом задаем координаты точек, выбираем значение x и вычисляем значение y. Получаем для x минус y равняется 1 две точки. X равная 1, y равная 0. X, если будет равно 2, то y будет равен 1. Для второго уравнения x, предположим, равняется 0. Y в этом случае равняется 3. X равняется 3, Y равняется 2. Итак, в нашей системе координат ось X, ось Y, первая прямая пройдет вот таким вот образом через наши две точки. Вторая пройдет прямая вот таким образом. Точка пересечения с координатами 3, 2 является решением системы уравнений. Х равняется 3, y равняется 2. Итак, х плюс 2y равняется 4, минус 2х плюс 5y равняется 10. Вторая система уравнений. Снова чертим график для первого уравнения и чертим график для второго уравнения. Если графики пересекутся, точка пересечения – решение нашей системы. Итак, первый график у нас будет проходить через две точки с координатами 0, 2, 2, 1. И второй график будет проходить через точки 5, 4 и 3, 3,2. Вот у нас такой график. И точка пересечения – это точка с координатами 0, 2. Далее. X плюс Y равно 0. Минус 3X плюс 4Y равняется 14. Поступаем, как и в предыдущем случае. X плюс Y равняется 0. Проходит прямая. График этого уравнения через точки минус 1 и 1 и 0 и 0, к примеру. И второй график минус 3х плюс 4y равняется 14. Точка первая с координатами 2, 5. Вторая точка минус 6, минус 1. Смотрим. Первая прямая проходит вот таким образом. Вторая прямая таким. Точка с координатами минус 2, 2 является решением нашей системы. 3х минус 2y равняется 6. 3х плюс 10y равняется минус 12. 3х минус 2y равняется 6. Уравнение для первого графика. И 3х плюс 10y равняется минус 12. Строим прямую для этого графика, для этого уравнения. Итак, снова ось x, ось y. Одна прямая и вторая прямая. Ну и координаты точки пересечения 1,5 и минус 1. Точка решения нашей системы. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал.